Для учеников 7 класса школы-лицея номер 4 «Интеллект» это первая совместная экскурсия в музейный комплекс «Северская Домна». Познавательное мероприятие является составной частью учебно-воспитательного процесса. Экскурсии в Домну для школьников стали традиционными. Сюда приходят учащиеся полевских школ, приезжают школьные группы из Пермской и Челябинской областей. В процессе экскурсии для детей мы делаем акценты на те моменты, которые потом им пригодятся при изучении физики, при изучении химии. Мы рассказываем о каких-то технологических процессах в доступной для них форме. Экскурсия началась с посещения Спасо-Преображенской часовни и рассказа о ее истории. В экспозиции под открытым небом музейного комплекса представлено оборудование Северского трубного завода, вышедшее из эксплуатации, и транспортные средства, которые привлекли семиклассников. Мы пришли в Северскую Домну для того, чтобы ребята познакомились с историей этого сооружения, познакомились вообще, что такое металл, как он плавился. То есть оно нам дальше пригодится и на уроках, мы будем об этом говорить, рассказывать. То есть будем с опорой на те знания, которые уже у ребят есть. Одна из главных достопримечательностей музейного комплекса – доменная печь. Единственная в Европе сохранившаяся на Северском заводе. Экскурсия в Домну впечатлила всех. Школьники узнали много новых исторических фактов из истории металлургии. Познакомились с работой доменной печи – процессом выплавки чугуна. Задают очень много вопросов. Многие дети даже дополняют информацию, которую мы вам даем, своими знаниями. Они изучают энциклопедии, смотрят фильмы. И это не совсем экскурсия, это, скорее всего, диалог, который возникает между экскурсоводом и детьми, которые сюда приходят. Домна привлекает всех, кто здесь бывает, и оставляет самые яркие, незабываемые впечатления. Увлекательная экскурсия в Домну впечатлила и семиклассников. Основное, что запомнилось, это сама плотина в этой Домне, и ну как ее строили, и все вот эти механизмы очень интересны. Мне запомнилась церковь, она очень красивая, яркая. Мне запомнилось поезд, тоже красивый, яркий, и сама Домна. Прикольно, что это все сохранилось, и сейчас можно это все посмотреть, узнать и разобраться. Домна очень красивая, на самом деле, хоть и очень много лет, но она очень хорошо сохранилась. Все эти артефакты, которые остались с того времени, они все еще здесь стоят. Даже не видится, что со всего этого развивалось наше будущее, наша технология. Также наш завод развивался со всего этого. Очень понравились механизмы, они очень большие. Даже не думал, что они таких массивных размеров. И на самом деле внутри даже интереснее, чем снаружи. Там стоят разные статуи людей, которые могли раньше работать на этих цехах. По словам классного руководителя 7-го Ольги Одинцовой, со своим классом она также планирует посетить производственные цеха Северского трубного завода. Экскурсии здесь проводят в рамках уроков профориентации. Знакомят школьников с профессией металлурга, производственным процессом выпускаемой продукции. Это очень интересно, это захватывает. И дети, которые в принципе не хотели, наверное, связать свою жизнь с этим, они заинтересовываются. То есть, когда идет труба, она красная, она раскаленная, у них глазки горят. И это такой, знаете, интерес, который потом уже запечатляется на долгие годы. То есть это не на один день и не на один, наверное, час. Наталья Вишнева, Константин Миронов, новости 11 канала.